Это Гопник. Пугачёву разнесли за новые хиты. Известный музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме «Примадонна». Он заявил, что Алла Пугачева уже не в той форме, чтобы петь. Соседов признался, что тот самый концерт смотреть не будет, потому что ему не интересно. Он пояснил, почему творение знаменитой певицы не стоит внимания. Такой фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм. Там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда. Цитирует критика Nation News. Соседов сомневается, что ему придется по вкусу качество музыкального материала. Он отметил, что Пугачева уже не в той форме, чтобы петь, а заодно разнес новые композиции артистки. Мне достаточно гопнических песен типа «Не учи меня жить» или «Там копеечку на телогреечку». Это Гопник поет, такое неприлично петь в 70 лет, обосновал свою позицию критик. Внимание на экран! Вы сегодня выступите? Ну, я так. Недавно встречались со Стасом Наминым вместе на мероприятии. Вы даже выкладывали фотографии в Инстаграм. Что, я вспоминаю, я и так молодая. А мы знаем, что вы молодая. Соседов высказался и о том, насколько успешным стал фильм в прокате. По его информации, кинолента по кассовым сборам заняла 9-е место среди 147 фильмов. Это не просто успех, а оглушительный успех, констатировал эксперт. Он признался, что один из его друзей пошел с приятелями на картину Аллы Пугачевой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Нашел на сайте гей-знакомств. Киркорова сняли с обнаженным парнем. Пощады не будет. Зеленского отправляют под суд за преступление. Ты хулиганка. 51-летняя Бондарчук нацепила пальто на голое тело. Захват власти. Зеленскому предъявлено обвинение. И многое другое.